Друзья, мы живем в прекрасное время. Мы живем в прекрасной стране. Все только начинается и все только начинает жить. Мир начинает быть самым крутым, и его скорости самые крутые. Мы живем в той стране, где у людей открытые сердца, и они что-то хотят делать. Каждый из нас уже думает, что я могу сделать. Каждый из нас думает, как я могу изменить этот мир. Каждый из нас думает, как я могу изменить ту часть мира, в которой я живу. И вот. Если наши мысли будут сильными, если наши мысли будут открытыми, это значит, мы будем говорить о своих целях, мы будем их писать, мы будем встречаться с людьми, то мы сгенерируем эту сумасшедшую энергию. И не только наши жизни станут лучше, наша страна станет лучше. Мы оставим для наших детей хорошую почву. И в этой почве будет словно в саду. Все расцветать, будут расцветать наши бизнесы, наши мысли, наши планы. И если ты хочешь быть таким, и если ты хочешь что-то изменить в своей жизни, ты обязательно должен встречаться с такими же львами, как ты. Ты должен приходить в клубы, где встречаются крутые ребята, должен с ними общаться, должен ставить себе цели, должен быть злым на то, в каком состоянии ты находишься. Если ты найдешь себе эту злость, то ты это сделаешь. Приходи в КМБ обязательно. Это крутые ребята, там находятся крутые, открытые, сердечные люди. Ну что, ты готов? Или ты так и будешь мямлить и скажешь, что это будет завтра? Ты всегда найдешь время для того, что для тебя важно. Если тебе это не важно, посиди на диване, почитай книги, пожуй попкорн. И пусть кто-то что-то сделает, а ты найдешь отмазки. А ты не такой, приходи нахрен, понял? Я тебя жду.